Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и после того, как я выложил свое видео по поводу предположения о возможных десятках на третьей волне аукциона, а именно, какие десятки, скорее всего, попадут на продажу, а какие мы однозначно с вами, ребят, не увидим, некоторые из моих зрителей написали в комментариях желание увидеть мое мнение, увидеть видео по поводу того, какие девятки могут быть на третьей волне. Ребят, я вам скажу откровенно, по поводу девяток все гораздо проще, ну, прям в разы. Смотрите, из девяток, в принципе, в игре есть всего 10 машин на девятом уровне премиумных либо коллекционных танков. Что же касается девяток в целом, я девятки не сильно люблю. Объясню почему, потому что это ни рыба, ни мясо. На восьмом левеле ты, играешь ничем не намного круче, чем восьмерки. Но, за исключением некоторых машин девятого уровня, против десяток ты играешь крайне слабо, как правило. Поэтому, ребят, девятки как-то вот, я же говорю, ни вашим, ни нашим, ты и не там, и не сям. Как на меня, то лучше либо хорошая восьмерка, либо хорошая десятка. Хорошая девятка, если попала к восьмеркам, окей, но если попала к десяткам, то даже хорошая девятка крайне слабо себя показывает. Давайте все-таки будем разбираться. 10 машин у нас есть. Однозначно мы выкидываем вот этого вот товарища, который без названия, есть технические характеристики, все есть, ребят, но нет абсолютно ни количества игроков, ничего. То есть я так понимаю, что это скорее всего какая-то тестовая машина, которая вообще неизвестна, когда и как появится, потому что у нее даже названия нет. Ее сразу отсюда убираем, легких танков на девятом левеле у нас нет пока. И, насколько я знаю, в ближайшее время не предвидится. Что же касается ПТ-шек. ПТ-шка представлена только Риттером, который недавно появился. Его можно было забрать в ивенте. Нужно было довольно серьезно запотеть. Кто-то получил, кто-то нет. Поэтому я думаю, что Риттера выставлять на продажу не будут. И что-то мне подсказывает, что Риттера вообще никогда на продажу не выставят. Но это мое предположение. Ребят, если есть другая информация, пишите в комментариях. Я думаю, другим зрителям будет интересно. Итак, Риттера тоже отсюда убираем. Что же касается оставшихся машин, есть ВЗ-114, но по статистике один всего лишь, ребят, игрок, 50% побед, что за машина, никто не знает, скорее всего тоже сейчас тестится, какой-нибудь прототипчик, который пока еще в игру не завозили, соответственно его тоже, ребят, мы отсюда убираем. Итого, ребят, у нас остается всего ничего, 2 средних танка, у нас остается 5 тяжеловиков. Объекта 752 мы отсюда сразу вычеркиваем, потому что он уже был на первой волне аукциона, соответственно, повторно его выставлять никто не будет. Убираем. 50 ТПМ прототип. Я думаю, что его на продажу навряд ли выставят, ну, просто потому что машинка на сегодняшний день более-менее редкая по сравнению с теми, которые здесь, ребятки, остались. Поэтому я сомневаюсь, что он появится на продаже, тем более недавно он мелькал в магазине игры. Соответственно, я думаю, что его тоже, ребят, не будет. Теперь, что касается оставшихся машин. АМХ-31 прототип убираем, потому что он стоит сейчас на продаже на аукционе. Кстати, что у нас там с аукциончиком? С аукциончиком у нас, в принципе, все как было, практически так и есть. Лидеры не поменялись. Полчаса после смены цены уже прошло. Хельсинга никто не спешит разбирать, хотя машинки потихоньку уменьшаются в количестве. И особого ажиотажа по Т-22СР тоже не наблюдается. Вот стоит АМХ-31, ну, 31 прототип. Стоит, да и стоит, 3200 машин практически еще есть, никто его не хочет брать, и это, ребят, 9 левел за 6000, то есть девятка, которая дешевле, чем, допустим, Сомуа СМ, восьмерка, дешевле, чем, там, я не знаю, тот же самый Defender, ну, пускай бестолковый, AMX Defender, короче говоря, девятка дешевле восьмерок, ее брать никто не хочет, и я, честно говоря, не сильно этому удивлен. Убираем AMX. Итого, ребят, у нас остается фиг да нифига, всего 4 машины, ребят. Теперь давайте посмотрим на статистику волн. На первой волне было среди десяток 2 тяжа. На второй волне было 2 средних танка. Это по десяткам. По девяткам был тяжелый танк, и сейчас есть средний танк. Поэтому я себе так предположу, что скорее всего 9 левел будет представлен скорее всего одной машиной. И что касается того, на кого я делаю ставку, я думаю, что ставка упадет на одного из двух этих товарищей. Либо на К-91, кого я поставлю все-таки на первое место, либо на КПФ... Господи, вылетело из головы. Короче, на вот этого товарища, Компфпанзер-70.
Короче говоря, ребят, не знаю даже, кто из них будет, скорее всего, я бы сделал, как я уже говорю, ставочку на К-91. По поводу АЕ фаза 1, я очень сильно сомневаюсь и очень сильно буду удивлен, если этот танк выложит. Я не знаю почему, но данный танчик крайне редко появляется, и вот смотрите на статистику. По танкам, Т-55 АС 471 игрок в статистике за срез по времени. 3989, практически 4000 игроков играло К-91, и Кампфпанзер 70 катали практически тоже 3000, 2900 игроков. А вот что касается фазы 1, то всего лишь 51 игрок. О чем это говорит? Это говорит о том, что эта машина капец какая редкая, и, соответственно, разрабы навряд ли будут выставлять его на продажу за голду. Они его, скорее всего, будут, даже если и выставлять под возможность покупки, то исключительно в виде каких-то контейнеров, либо за реальные деньги когда-нибудь. Но уж явно не сейчас, не на третьей волне аукциона. Поэтому его я тоже, ребят, отсюда убираю. И вот, ребята, у нас тогда остается трое претендентов. Т-55А, К-91 и Кампфпанзер 70. Я бы рекомендовал из этих трех машин, когда кто-то из них появится, обязательно обратить внимание, если будет на продаже, на К-91. Очень годная машина, и ей самое место вообще на 10 левеле, по моему скромному мнению. Играется машинка очень классно, барабан перезаряжается практически незаметно, хотя это цикличный барабан, а не система дозарядки. Короче говоря, играешь, получаешь удовольствие. На второе место я бы кинул Кампфпанзера 70, который обладает более слабой броней, долгим временем перезарядки, но шикарной альфой, которая порой довольно-таки неплохо выручает. Хотя фана на нем гораздо меньше, чем на К-91. Ну и Т-55А, машинка на очень большого любителя. Мне, честно говоря, не зашла. Досталась мне бесплатно из контейнера. Досталась, да и досталась. Я не могу сказать, что я его выгоняю из ангара и получаю вообще хоть какое-то маломальское удовольствие от игры на данном аппарате. Не нравится он мне, да и не нравится. Любой из этих танчиков вы могли видеть подсказочки сверху в течение видео. Заходите, смотрите обзоры на данные аппараты. Ну и, соответственно, будете понимать, стоит ли покупать данные аппараты вам в случае, если вы играете так, как я. Я среднестатистический игрок. Ну и, соответственно, не имею скиллов, а значит, мои обзоры, мне кажется, будут максимально приближены к тому, насколько качество машины будут отыгрываться вашими руками, если вы точно такой же, как я, не скилловик. Если вы за честность обзоров, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно возвращайтесь на мои видео, буду вам безумно благодарен. Ну а если можете поддержать финансово, бросайте донаты через ссылку в описании, либо подарки через наш с вами игровой магазин. На данный момент, ребят, у меня все, всех благ, всего хорошего, вам удачных покупок, ну и, соответственно, удачных боев. Мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока!